которое называется икра из свеклы и баклажанов. Значит, блюдо уже готово. Да, вот что у меня получилось. Значит, я открываю крышечку. Все это уже настоялось. То есть я вот разрезала его на несколько частей. То есть получилось такой, как торт. Да, как тортик такой с маленькими кусочками. Его можно положить даже на блюдечко. На блюдечко. Вот таким вот образом можно положить его. Да, вот что у меня получилось. Мы сегодня с вами готовили блюда, да, по книге «Дешево и сердито». 1000 кулинарных рецептов из того, что всегда под рукой. В рубрике, да, простые рецепты. Итак, значит, наша икра готова, да. Всем я желаю приятного аппетита и хорошего дня, да, и хорошего настроения. Итак, до встречи в следующем выпуске.